Чебоксарах дорожную безопасность будет контролировать интеллектуальная транспортная система. В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» республика вошла в число 56 регионов, внедривших эту программу. Подробнее в материале Ульяны Пятаковой. Переход на автоматизированное управление дорожным движением в Чебоксарах продиктован требованием времени и дорожной ситуации. За последние 10 лет уровень автомобилизации вырос в 2 раза. Общее число автомобилей может достигать до 170 тысяч единиц в сутки. Магистральные улицы и дороги, построенные и спроектированные в 60-е и 70-е годы, не были рассчитаны на такое количество транспорта. И в настоящее время обслуживают участников дорожного движения в режиме перегрузки. Для улучшения пропускной способности городских дорог расширяли перекрестки, обустраивали заездные карманы, меняли режим работы светофоров. Но эффективность этих мер к настоящему времени практически исчерпана. Внедрение ИТС позволит сократить задержки движения транспорта, увеличить скорость транспорта, снизить количество ДТП, особенно ДТП со смертельным исходом, а также улучшить экологическую обстановку и безопасность дорожного движения. В частности, для улучшения пропускной способности дорог планируется ввести адаптивное управление светофорами. Детекторы на подъездах к светофорным объектам будут подсчитывать и анализировать транспортные потоки, обеспечивать приоритет общественного транспорта. Внедрение системы планируется уже в этом году. Ульяна Пятакова, Дмитрий Салманов, Республика.